В акватории Иртыша начал стремительно повышаться уровень воды. Причина в ледоходе, который в этом году прошел на 10 дней раньше срока. Под воду начала уходить Иртышская набережная. Уже не видно нижнего яруса и спусков к нему. В сельских районах ситуация куда серьезнее. Здесь разлив Иртыша привел к подтоплению домов и дорог. По данным регионального МЧС, от паводка пострадали более 180 домов и 600 приусадебных участков. Это 17 муниципальных районов Омской области. В проблемных территориях проживает более 500 человек, 40 из них в пунктах временного размещения.